Друзья, проектный офис развития Арктики находится у областного архива, государственного областного архива Мурманской области. В 22-м году вообще архивному делу на нашей земле исполняется столетие. Давайте заглянем внутрь, посмотрим, как устроен архив, какие интересные документы там содержатся. Прикоснемся к истории Мурманской области, вообще к истории нашей страны. Находимся перед читальным залом. Это место, куда каждый из вас при желании может попасть. И там внутри нас ждет уже сотрудник Государственного архива Мурманской области Дмитрий Ермолаев. И он покажет нам уникальные материалы, связанные с освоением Северного морского пути, который датируется 1919 годом. В следующем году ему исполняется 100 лет вообще архивному делу у нас в регионе. И мы находимся у уникальной, на самом деле, подшивки. Это издание «Мурманский вестник», апрель 1919 года. И здесь вот такое название интересное. Первое собрание Мурманского отдела Архангельского общества изучения русского севера. Вот сейчас 2021 год, проектный офис развития Арктики занимается изучением севера в том числе, а на самом деле еще более 100 лет назад уже этим занимались здесь у нас, да? Ну, на самом деле Архангельское общество изучения русского севера существовало еще до революции, и на Кольском полуострове было немало его членов, причем как постоянных членов, так и членов-корреспондентов. По всем правилам все было организовано, и сведения с Кольского полуострова регулярно поступали в Архангельск, который тогда был губернским центром, которому наш край подчинялся в административном отношении. Ну, а вот эта подшивка, собственно, и эта статья, они связаны уже с годами гражданской войны. Как раз организация Мурманского отдела Архангельского общества изучения русского севера, она связана в том числе и с именем одного из исследователей Арктики, Николая Транзи. Он был, начиная с 1912 года, старшим вахтенным начальником и минным офицером на ледокольном пароходе «Вайгач». И участвовал в экспедиции, знаменитой гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана, по итогам которой было сделано последнее крупное географическое открытие на нашей планете, то есть был обнаружен архипелаг, который был назван землей императора Николая II, а ныне носит название Северная земля. На самом деле, любой желающий может прийти в архив, записаться, получить доступ в читальный зал и поработать с документами, которые вот находятся здесь, и можно их и заказать, и в открытом доступе. А вот если еще раз сказать о Северном морском пути, насколько их мнение о том, как он должен развиваться тогда, более 100 лет назад, соответствует тому, что говорят и думают сейчас? Ну вот, давайте кое-какие подробности я процитирую. Несмотря на специальный характер лекции, зал был полон, сообщал Мурманский вестник. И несмотря на то, что война шла в это время, людям было это интересно. Популярная по форуме, насколько возможно, приноровленная к аудитории лекция была содержательна и интересна по своим выводам. Особенно сильное впечатление на слушателей производило описание тех трудностей, лишений и опасностей, которые пришлось испытать всему составу экспедиции, и то бескорыстное и честное отношение к делу руководителей, без которого немыслима никакая научная работа. Да. То есть, в общем-то, мы понимаем самый главный факт, то, что в то время считалось, что круглогодично по Северному морскому пути перемещаться невозможно. И понятно, почему не было таких технических достижений, как в наше в настоящее время. А сейчас уже, получается, мы перезагрузили Северный морской путь и говорим уже о других реалиях. Ну, что тут говорить, это действительно другой уровень. Да, другой уровень. Так что, друзья, Государственный архив Мурманской области ждет вас. Приходим, читаем, изучаем, прикасаемся к истории. Здесь очень уютно, чудесно. Ждем вас здесь. Друзья, мы, наверное, в сердце областного архива. Это архивохранилище, очень такое интересное помещение с точки зрения и того, как оно выглядит, как оно устроено. И Ольга Анатольевна специально к нашему приходу приготовила ряд очень ценных, таких интересных с точки зрения истории и наполнения документов. Вот самый, я вижу, из тех документов, что нам положили на стол, это документ за 1771 год, да? Правильно я понимаю? Да. Что это за бумаги и почему очень важно сохранять их вообще в архиве? В архиве хранятся документы постоянного срока хранения,
естественно, это интеллектуальная собственность всего нашего российского общества, поэтому задача архивистов – сохранять документы. Сохраняются у нас документы, конечно, на бумажной, в основном на бумажной основе. Вот. И чем важны документы ранее? Это, конечно, история и области, и нашей страны. Важность этих документов в том, чтобы люди, общество увидели их и оценили. Ну, во-первых, этим документам уже более чем 300 лет, то есть мы научились сохранять документы на бумажной основе. И, конечно, это предмет не только изучения текстов этих документов, о том, как жили наши предки, и сама бумага, из чего она сделана, это тоже предмет исследования может быть. И чернила, которыми писали, потому что это, конечно же, отличается от теперешних чернил. Да, я даже вижу даже шрифт, да, которым, да, как люди писали. Ну, и сравните, да, то, что я делаю на бумаге, да, и то, что делали люди, да, 300 лет назад. И как менялся русский язык, это... Потому что это написано на старославянском языке, и студенты, они изучают даже курс есть старославянского языка, и не каждый человек может, приходя к нам в архив, прочитать эти документы, но это предмет для изучения. Эти документы реставрируются, восстанавливаются, чтобы можно было бы хотя бы их вот подержать в руках. Очень интересная вещь. Атлас Муромского округа 1934 года. Здесь очень много говорится об Арктике, об освоении вообще Мурманской области. На самом деле темы и вопросы не меняются. Сейчас обсуждается то же самое. И на самом деле, может быть, стоит многим руководителям попасть в архив и изучить то, что говорили до этого. Потому что многое из того, что они придумывают. Изобретать велосипед. Он был уже изобретен нашими предыдущими поколениями, в которых учитывали все наши богатства нашего Кольского полуострова. И на момент начала войны очень перспективным Кольский полуостров считался и в плане освоения Арктики, освоения тех недр, которые у нас в нашей Мурманской области имеются. Этапы постройки ледокола «Ленин». Здесь уникальные фотографии 1958 года. Этот альбом был создан в Ленинграде, потому что там велась постройка ледокола. И там действительно уникальные вещи. Вот давайте продемонстрируем нашим зрителям, какие фотографии там у нас есть. Как ледокол «Ленин» выглядел до того, как он стал тем, что мы знаем, да? Этот альбом из фонда партийного архива. Ольга Анатольевна буквально отвела меня в сторонку и показала две трудовые книжки. Это трудовые книжки, которые достались архиву от Мурманской судоверфи, когда они сдавали дела. Таких книжек 10 тысяч. И они очень хорошо демонстрируют частичку того времени, когда начиналась Великая Отечественная война. Вот одна книжка, она принадлежит Шабукиной Анне Федоровне, 1921 года рождения. Она была уволена в связи ввиду смерти во время бомбежки в 1942 году. Это как бы история, да, это то, что вот здесь хранится. Или, например, трудовая книжка Шаруна Семена Никитовича, если я правильно читаю фамилию, который в 1941 году, на второй день после начала войны, ушел на фронт. И вот здесь есть запись об этом, и уже за этой книжкой он не вернулся. И она попала в архив. Такие вещи здесь есть, это история, это наша с вами память, которую надо обязательно сохранять. Вот здесь, в этом помещении, стоят такие большие железные, не знаю, ящики, не ящики, шкафы, да. Стеллажи. Они, покажите, пожалуйста, как вы их открываете? Вот достаточно интересные механизмы, они мобильно, очень комфортно, можно быстренько отодвинуть. И дальше открывается проход, где есть даже пустые еще стеллажи, которые ждут своих документов. Как вы думаете, за какой период времени мы их заполним с вами? Ой, достаточно быстро. Да? В течение буквально год-два, и у нас площадей и места нет. Не остается, да, год-два. Места не останется, но над этой проблемой работают наши руководители. Mm-hmm. Я думаю, это решится, этот вопрос. Слушайте, а у вас даже здесь окошко, они такие небольшие и они нестандартные, да? Почему? Это здание специализированное, построено в 91-м году, хотя
еще в 20-е годы Луначарским было подписано постановление о строительстве в Мурманской области архива. Но, к сожалению, война и сложности в стране не позволили это сделать. Но в 91-м году на стыке, опять же, переломных событий в России успели. Это здание, да, успели построить. Смотрите, вот такие вот листы, да, уже, ну, по нашему мнению, очень такие ветхие, да, уже разваливающиеся. Их здесь, в этом отделе реставрируют, превращая уже в то, что можно и подержать, потискать. А правда, что можно даже какие-то листы там мыть и стирать в воде? Пришлось применять спирт, да, потому что это же маслянистое все было. Угу. И начало потихонечку проявляться вот это масло, которое надо было удалить. Там дальше. Да. Аура вот эта вот. А вот я вижу. Да, вот видно, да? Она пошла туда, да. И даже спиртом не удалилась. Я протирала спиртом вот эти вот следы, да, и все равно не удалилась. А промывать нельзя ни в коем случае. А бывает такое, вот вы восстанавливаете документ и начинаете читать, и как бы зависаете над документом? Нет, не бывает. Но читаем документы. Начитаете, да. Да, потому что иногда неправильная нумерация бывает. Иногда листы перевернутые, что их нужно правильно положить. Или, допустим, ну, нумерация немного там смещена, и по смыслу надо будет посмотреть продолжение одного листа другим листом. Самый интересный документ, который у вас в руках был, помните какой? Который вас прям зацепил, какой? Помню. Соляные копии 1646 года. Мурманской области. Мурманской области. Соляные копии 1646 года. Вот такие вот документы есть в Мурманском областном архиве. Друзья, ну это вот очень дорогостоящее оборудование, которое находится в архиве, стоит очень много денег, не буду даже говорить сколько, но это то, где начинается цифровизация документов Мурманского областного архива. Здесь все документы потихонечку оцифровывают, чтобы их сохранить на других носителях, и чтобы вы тоже могли ими воспользоваться, найдя их в всемирной паутине или оформив некий заказ. Вот, друзья, это вот сканер.